Шагаем вперед. Я просто жду последствия. Так, уже неплохо. Нет, ты не бойся. Я же всегда бережна, зная тебя. Видел бы ты, что была в той неделе бережна. Я видел фотографию. Я бы там завернулся бы. Поэтому ты и пропустил. Я так и поняла. Я чувствовал. Дальше. Пытаемся развернуть корпус в вертикальное положение и опустить его вниз. Если получается, рука уходит наверх, плечи оттягиваем от ушей, макушкой тянемся всегда вперед, опускаем руку за линию спины и пытаемся вытянуть корпус в одну плоскость. То есть ноги у нас, спина, голова находятся на одной... Нет, ты повторяешь полностью. Я понял. Я как тренер, да, просто отслеживаю, правильно или неправильно, а то ответственность за тебя я несу. Опускаемся ниже, насколько получается. В тазобедренном суставе. Все? Ну, хорошо. Пытаемся растянуть заднюю поверхность бедра, ну, в данном случае левой ноги, да? И то же самое, оттягиваем грудную клетку чуть вперед и плечо немного назад. Дальше пытаемся развернуться, разворачиваем стопу и опускаемся вниз на складки. Все? Давай на локти, Леха, на локти. Нет, у меня тогда... Вопрос с тазобедренным суставом ногу, то есть коленом мы стараемся не опускать, и пятку правой ноги подтягиваем все время наверх. Ну, если получается, в принципе, можно и дальше потянуться. Нет, можно остаться на локтях. А, все-таки остаться, да? В этом положении для Василины, пожалуйста. Пожалуйста, я хочу запечатлеть это вообще на память. Я пока продолжу. Да врет, она на YouTube это выложит. Ну и желательно, чтобы была какая-то твердая поверхность. Выталкиваем ногу вперед. Если получается, уводим в сторону. Самое основное, если, опять же, колено сейчас не выпрямляется, вы можете просто согнутую ногу отвести в сторону и раскрывать немного тазобедренный сустав. В принципе, это можешь повторить. Пешком ходил все время. И я продолжаю дальше. Стопы мы расставляем на ширину коврика по желанию. Я посмотрю, что будет в итоге. Уводим. Если до этого мы прорабатывали весь плечевой сустав, то в данном случае он нам как раз пригодится. Уводим плечо под колено и дальше. По поводу силы и устойчивости подтягиваем корпус наверх. Ну, да, Леха, я думаю, не стоило тебе пробовать это. Ну, вопрос есть еще по поводу выпрямления ноги. В принципе, это тоже не обязательно. Как получится. Вот так? Райская птичка.